Привет, это Егоров. Тут Роц обыграл Амкал и прервал серию. Иваныч ушел, а точнее его ушли из Амкала. Матч закончился дракой. Были также вопросы к судьям. Медиа-скандалы, друзья. Смотрим. Да, дроты победили, и они счастливы теперь. Это сделали, блядь! Номер один, нахуй! Но давайте рассмотрим ситуацию с разных сторон. Начнем со стороны Амкала. Им есть чем парировать. Ну, во-первых, это матч за третье место. Ничего не решающий. Во-вторых, тут дроты уже вылетели из Кубка России, а Амкал продолжает там играть. Также Герман намекает и прямо говорит, что готов был играть медиа-составами, а дроты вроде как отказались. Ну и плюс, Герман говорит, у нас новый вектор, мы команду перестраиваем, так что не до дерби, наверное. Стоит очередь из профессиональных футболистов, которые хотят к нам. И я понимаю, что я могу просто взять самых сильных и стать самой сильной командой. Но при этом она не будет абсолютно медийной. Все эти доводы логичны, но дроты могут ответить вот так. Ну и в принципе, плюс-минус будут правы. Это сделали, блядь! Номер один, нахуй! Переписано, ребята! Переписано! Мы номер один, нахуй! Скажи им, Саша, блядь! Мы номер один! Судьи, блядь, уже не помогут, да? Пока, ребята! Мы лучшие, нахуй! Дудрот! Вообще, плюс-минус будут правы и те, и другие, но истина в другом. Победителем МКС станет другая команда. Либо Реалити, либо Броуки. По игре. Дроты были намного сильнее, а Амкал безнадежен. Ну а решающий мяч забил гений Эд. Гений не только потому, что он забил, но и по другим причинам. Позже о них. Не было, что довольно странно. Подача углового! Но пока о судьях. Дроты могли забивать раньше. Но в двух спорных эпизодах судья принял решение не назначать пенальти в ворота Амкала. Блядь, парни, как? Хотя бы фола. Что, как? Здесь Раев посчитал, что рука неумышленная, но здесь, что фола и вовсе не было. Жестких протестов вроде бы не было, да и в принципе всем уже надоело протестовать. Лично я эти моменты комментировать не хочу и сдаюсь, потому что, видимо, ничего не понимаю в современных футбольных правилах. Надо будет поучиться, и вроде как перед МФЛ для нас проведут специальный семинар. Спасибо. Блядь, парни, как? Хотя бы с поля. Что, увидите, как? Потом будем ругаться с поля. Что, как это возможно? Почему не было пенальти? Пацаны, вот вы все понимаете. Удар в ногу был, блядь. Я вообще не могу. Да, кстати, за все видосы с матча я говорю огромное спасибо моим друзьям из Неклассика. Подписывайтесь на их телегу, на мою. Почему не поставили пенальти? Да, конечно. Там же вроде рука в естественном положении, он ее убирает, она внизу. То есть а и... то, что увеличил площадь тела, нет такого? Нет. Она в естественном положении, у нее висит, плюс он ее убирает. Он ее не выставляет, убирает. Поэтому продолжим. Все вообще спокойно текло к победе дротов. Повторю, Амкал был безнадежен, особенно во втором тайме. Ничего не создавая и играя значительно слабее. Но чуть-чуть веселья решил добавить чужой. Вот это красное. Он дал Гудаю по лицу, а потом тут же получил сначала Мбаппе, а потом и от Эда толчок в спину. Да, еще кто-то ударил Стиле, но мы так и не увидели, кто. А Гудай что сделал? Я говорю, хватает сзади. А ты специально ударил? Зачем хватает сзади? Я тоже спалил, я тоже отмахнул. Это красное по лицу. Хорошо. Антох, ты специально ударил или нет? Зачем палить сзади? Специально я отмахнул, чтобы его не было сзади. Я бежал, атаку продолжал. Чужого удалили, Мбаппе и Эда тоже. Удалили? Есть вообще понимание? Я ничего не сделал, я даже не ударил его. Подошел, баканул, да. Ты на кого баканул? На чужого, потому что я никуда так делаю. Просто отмашка, бьет Гудаю по лицу, пацаны, я очень сгорел. За излишние, эмоции, может быть, извиняюсь, но, пацаны, такое нельзя вообще допускать. Поэтому я за своих пацанов всегда буду стоять. Выводы делайте сами. Я думаю, здесь все очевидно. Но очень мерзко играть против блядских команд, такие как Тудроцы и Броуки. У них просто нет, ничего футбольного, одна медийка. Хочется сказать про другое, про Эда. Он красавчик, не стал оспаривать удаление. Наоборот, согласился с ним. Еще извинился перед чужим за толчок в спину. Эд, как обычно, лучший. Вот, респект ему. От ракет до покорения медиафутбольных планет. Вот так-то.
Так вот Амкал как-то буднично и без эмоций проиграл дротом. Серия прервалась. Ну а также закончилась работа в Амкале Дениса Ивановича Зубко, который вот так прощался с фанатами после игры. Ребят, огромное спасибо вам за эту поддержку на протяжении всего времени. Это очень ценно. Болейте, переживайте за эту команду, она будет все равно. Огромное спасибо, сейчас переполняют эмоции. Большое человеческое каждому из вас спасибо. Об увольнении Зубко Герман объявил непосредственно перед матчем. Не знаю, в чем была задумка, но мне, как человеку, который долгое время играл при Зубко, хотелось бы, чтобы прощание было иным. Ну, чтобы фанаты хотя бы успели подготовить какие-то баннеры. Сейчас ключевой вопрос. Почему вы ушли из Амкала? Было принято такое решение. Вас пригласил какой-то профессиональный клуб? Нет, никто не приглашал. Ну, у Амкала новая страница. Поэтому так случилось, так бы жизнь не бывает. Но кто первый завел разговор на эту тему? Герман или вы сами решили? Нет, ну, не будем сейчас об этом говорить. Там все узнаете из комментариев и официальной информации. Сейчас не хотелось бы ни о чем говорить. Герман же подтвердил, что увольнение Зубко — его инициатива, а у команды «Амкал» новый вектор развития. Гер, кто был инициатором того, что уйдет Денис Иванович и Андрей Михайлович? Решение «Амкала», хотел сказать, мое, получается, да, завершить сотрудничество после истечения контракта с тренерским штабом. А с чем это связано? Потому что, мне кажется, что наступил тот момент, когда команду нужен большой переворот, нужен большая какая-то ступень, чтобы пойти дальше. Для чего? То есть какая-то глобальная цель сейчас есть? Такая большая перезагрузка для команды, формирование новых целей и задач, потому что нужно определиться Амкалу, нужно определиться где-то мне, где-то болельщикам, где-то игрокам самим, куда мы в итоге идем. Мы идем к спортивному результату или мы идем к сохранению старой формации и так далее. Там много всяких подводных историй, с которыми нужно определиться. Я ситуацию вокруг Ивановича плюс-минус знал, потому что находился в том числе в чате Амкала, и поэтому ни слова об этом не скажу. Сам же скажу, что Ивановича я уважаю, считаю его идеальным тренером для Амкала, который понимает всю специфику, но решение за Германом, он постоянно в коллективе и, конечно же, разбирается лучше. У нас у Броуков своих приколов хватает. Вот в финале еще. Также из Амкала уходят Сычев и Лесев. Забавно, что Сычев тащил в прошлом сезоне Амкал к победе. Я думаю, что уйдет еще кто-то. И, в принципе, вполне себе представляю, что через какое-то время я в Амкале знать никого не буду вовсе. Но опять же, это не мои проблемы. Медийный и профессиональный футбол диктует абсолютно новые условия. И очень важно, чтобы и персонажи, и футболисты развивались. Поэтому я желаю всем успехов и поздравляю Тудроц с абсолютно заслуженной победой. Очень много там приятных парней. Кутуз, Эд, Стиль и так далее. Сычев, конечно. Вот. Гудай, прикольная очень пародия, хоть я его не знаю лично. Поэтому всех пацанов, которых знаю, и Дмитрия Викторовича Кузнецова с этой победой. На этом все. Такие скандалы. Пока.